Что такое хромакей и почему из-за него современным ведущим запрещено носить одежду зеленого цвета? Ответ нашелся сам собой, потому что одна из участниц мастер-классов детской школы Тэфи оказалась в ярко-зеленой кофте. Невидимка на экране помогла разгадать загадку. Это было только начало занимательной и познавательной экскурсии по учебным классам Тэфи, которые расположены на факультете МКМТ ДГТУ. Обучение идет полным ходом. Преподаватели, они же работники медиасферы, рассказали гостям, чему учат в телешколе. Обучают целому спектру предметов для того, чтобы школьники смогли приобрести минимум, но всех необходимых навыков для того, чтобы работать в мультимедиа-журналистике. То есть их обучают общаться на психологии общения, их обучают правильно говорить на технике речи или не стесняться, не зажиматься и играть на актерском мастерстве. Их учат снимать на камеру, операторское мастерство они немножечко изучают, звукорежиссуру, телережиссуру, монтаж. И в конце концов, чтобы, используя все, чему они научились, они смогли снять свой сюжет или ролик, смонтировать его, озвучить и представить на суд зрителей. Всем привет! Вы смотрите «Афишу кино». Меня зовут Татьяна. Сегодня мы вновь встретимся с первым мстителем. Извините, я правда плохо вижу. Три группы ребят участвовали в трех мастер-классах – звукорежиссура, техника речи и мастерство телевизионного ведущего. Тут же интервью у них брали нынешние ученики ТЭФИ. Больше всего мне понравилась именно студия, где снимают эфир новости. Я не знаю почему, но, наверное, я изначально хочу идти работать именно в это направление. Сюда ехала именно, чтобы посмотреть, что такое школа ТЭФИ, что вообще она из себя представляет. И сейчас я уже просто прошлась, просмотрела все. И я скажу, что да, я хочу здесь учиться. Очень интересно говорить что-то на микрофон, потом слушать, что же ты все-таки там наговорил. И также меня очень похвалил учитель, сказал, что у меня очень хороший голос. Я очень рад, буду продолжать развиваться. А что показалось вам более сложным? Актерское мастерство и постановка дыхания, потому что упражнения, которые нам давали, они были действительно сложными. Допустим, нужно было прыгать на скакалке и говорить какое-то стихотворение. В этот же момент это достаточно сложно на первых порах. Что вы узнали нового? Ой, я узнала очень много нового в различных областях телевидения. Теперь с этими новыми знаниями я постараюсь... буду развиваться дальше. Скорее всего, приду в школу ТЭФИ в следующем году, чтобы узнать для себя. После дня открытых дверей записаться в школу ТЭФИ решили 17 человек. Занятия начнутся в сентябре. Некоторые из гостей ТЭФИ также решили пройти июньские курсы магии изображения, на которых основам фотошопа будут обучать преподаватели Арена Мультимедиа. Звоните по телефону 273-83-29. Количество мест ограничено.